я доблестный. Мы достойно награждаем за твою великую услугу нашему буржуинскому... Слава Украине! Мистер Президент, пожалуйста! Читайте приказ. Капитать мальчиша Плохиша, наша славная буржуинство, назначить Плохишу в услужение всех мальчишей, которых мы возьмем в плен в этой войне. Выдавать мальчишу Плохишу ежедневно варенья 10 панов, печенья 20 пачек, халвы ореховой 1,5 килограмма, а сгущенного молока по 24 банки в сутки. А еще, хороший Плохиш, за твое предательство и измену, которую ты совершил для торжества нашего буржуинского дела, награждаю тебя высшим буржуинским орденом, белым крестом предателя первой степени. Предатель первой степени.